привет! Всем привет! Мы на канале Кисая! Сегодня мы пошли ходить. Ты не на кое-шаке, не просто как прогулочку. Здесь асфальт просто вокруг озера. У тебя здесь такая стоит решетка. Такой забор здесь не очень привлекательный вокруг этого озера. Не знаю, но как government property, что считается, может быть, поэтому. Типа как резервуар, да. А, ну да, резервуар, из которого вода поступает в краны, видимо, в Лос-Анджелесе. Поэтому он так забаррикадирован, чтобы никто воду не портил, видимо, чтобы она чистая оставалась. Вот, здесь прямо отсюда видно Голливуд знак. Ну, это и называется озеро, Голливудское озеро, Lake Hollywood. Но дорожка идет вокруг, здесь 5 километров вокруг. Круг. Hollywood sign. Да, и я сейчас, он там сейчас опять будет его видно. Я сейчас начинаю тренироваться к марафону 42 километра, который я побегу с Сережей в марте. Мама, you gotta run. Да, нужно будет бегать. Так вот, no, здесь хорошее место, чтобы тренироваться. Здесь один круг, 5 километров. Mama, можно так... like right. Сейчас я не могу бегать, потому что на мне Алиса висит. Да? Кто на маме висит? Кто повис? Кто захотел вылезти из коляски? С грязным носом и висит довольный. Вот. Там вот это вот озеро. Такое, кстати говоря, хорошенькое. Такие деревья растут, эти хвойные, вкусно пахнут. Жалко, что нельзя погулять как бы так поближе. Но воды у нас мало в Лос-Анджелесе, поэтому это очень важное такое. Хотя в нем-то вообще тоже даже воды так немного. Там дамба, да, с другой стороны. Сейчас мы туда дойдем. Лежи только прямо камера, ты пока ты наши ноты, мои ноги снимаешь. Привет. Скажи привет. Тут даже написано, типа, что на телефоне нельзя разговаривать и пользоваться телефонными электронными приборами. Но я думаю, никто тут не слушается этого. Потому что не знаю, по какой причине. Эшка, скажи привет. Скажи привет. Окей, давай. Пока. Собакам тут тоже нельзя. Телефоны с электроприборами нельзя. Туда заходить нельзя. Короче, тут вообще ничего нельзя. Но, ну, так написано. Это государственное имущество. Там не вижу. Ты видишь что-нибудь? Ты вообще что-нибудь видишь? Ты видишь мою желатку? Окей, Викус, я тебе верю. Да, там вот домики. Там вообще есть. А где? Там есть. Ну, да, я вижу, вижу, вижу. Господи, сколько уже раз можно говорить. Вот Вики на новое любимое занятие. Вот она может так кувыркаться весь день. Вот знак, отсюда хорошо видно Голливуд. Hollywood. Hollywood. Да, мы там были возле той большой вышки, вот там вот сверху смотрели с той, с другой стороны на него. Where that thing is, that tall thing. Да, да, вышка, вот я и говорю, вышка. По-русски давай говорить, Вика. Вот тут такой мост, это дамба, которая стоит через это озеро. Мама, это что там плавает? Ну, уточки, что значит что? Кто? Алиска не хочет ни висеть на мне, ни в коляске сидеть сегодня. Хочет на папе сидеть. Последнее время капризничает. У нее уже два зубика вылезло. Может быть, мне кажется, верхние лезут. Давай ты мне не будешь говорить, что делать еще. Она не хочет кушать, она просто капризничает. Красиво тут. Вон с той стороны Голливуд, Лос-Анджелес. Здесь такие много хвойных деревьев очень растет. Здесь никогда и не были. Сколько лет живем в Лос-Анджелесе? Ни разу не приходили сюда. Вон такой резервуар. А?
Что там? Ну, дерево это. А, wisdom tree, да, вот, на, вот там на холме, куда мы ходили тогда, поднимались. И оттуда шли всю по холмам туда вот к этому, к этой вышке. Вот та улица, где мы запаркованы, там, она вон спускается как раз, там это Lake Hollywood Drive. Кто это? Это не утки. А кто это? Не знаю. Нет, это шарики. Это шарики, да, а там-то плавают утки. Почему шарики тут? Мама, смотри. Или гуси, это гуси, может быть, или, да, гуси или лебеди, может быть, тоже. Нет. А там сидит какой-то, не знаю, кто это, такая птичка. Кто это сидит? А здесь написано про эту дамбу. А, это голливудский резервуар. Сколько туда галлонов воды в нем? 2 миллиона... 2 биллиона 500 миллионов. Мама! А? Да, мама, ничего себе. Галлонов воды. Мама, иди сюда. Может в него уместиться. Я вижу, да, какой-то сидит там, как цапля какая-то. Это цапля. Цапля. Вот. И начали строить его, подожди, в августе 23-го года. И закончили в декабре 24-го года эту дамбу строить. Вот. И... Да. Интересно, старая дамба уже почти 100 лет ей. Что, Масюня? Я тут зацепила, она не упала. Okay. На метал. Uh-huh. Кристина любит Алису носить, но Алиса весит... Почти как Кристина. Ну, больше половины. Больше половины своего тяжелая, веса. Да. Я бы, наверное, бы не понесла бы столько. SDR, well, the X-Files, поэтому их называют X-Files, что это mystery. Эчка! Эчка, я! X-Files are not real. No, they are real, but you never know if... А Иска там не сня. Понимаешь, непонятно, что случится. Смотри на камеру, ты ее вот так вот мотаешь, разные... Нет, не мотай. Что делаешь, скажи мне? Подходим мы обратно к машине. Почти полный круг уже прошли. Это 5 километров выходит. Хорошо гулять. Хоть такая проволока и забор не очень красивый. Хоть покрасивее бы что-нибудь сделали бы. Вокруг. Могли бы, конечно, чем такая идет колючая проволока. Ну ладно. Все равно приятно погулять чуть-чуть. Я так всю неделю бегала, готовясь к марафону, поэтому я бегала 4 дня. Сегодня, ну, как бы отдых, завтра тоже отдых. На следующей неделе тоже буду 4 дня бегать опять. У меня целый план, по которому там нужно тренироваться. А на неделе короткие забеги, и на выходных один длинный. На этой неделе я 2 дня бегала по 5 километров, один день 7 километров, и вчера 9 километров. Но это первая неделя, поэтому еще как бы не так быстро бегаю. Надеюсь, за 16 недель, то что у меня есть время, начать бегать побыстрее, быть повыносливее. Я вообще в жизни никогда не бегала больше 10 километров, поэтому даже не знаю, что ожидать. Хайкинг мы ходили, 16, может быть, миль. А марафон получается 26 миль, 42 километра. Вот, ну... Посмотрим. Как-нибудь доползу. А дается закончить, чтобы получить медаль, 6 часов. 6 часов, если это, в общем, таким не быстрым... бегом бежать, то есть довольно, ну, как бы быстрым шагом, точнее, идти, если можно пройти. Ну, а если я побегу, и там под конец уже там придется пойти, потому что уже не смогу бежать, то, в общем-то, все равно должна закончить за 6 часов. Вообще я планирую на 5 часов.
Сережа у меня бегал за 4 часа марафоны до этого, когда он бегал. В этот раз он не знает, может быть, побежит со мной, а может, побежит вперед сам. Ну, говорит, что хочет со мной, так как это мой первый марафон. Побежим вместе. Ну, посмотрим. Вот тут написано, почему нельзя собак, почему ворота. Потому что это написано Hollywood Reservoir Complex is an essential component of the city of Los Angeles water supply. Потому что эта водичка нужна для Лос-Анджелеса. И чтобы было безопасно и для здоровья, нельзя собак и других животных сюда водить. И люди должны оставаться на дорожке. И открывается и закрывается. Вот по часам написано, в какое время открывается и закрывается по месяцам. Сейчас в ноябре закрывается в 6 вечера, открывается в 6.30 утра. January, February в 5 закрывается, потому что солнышко садится рано очень. Вот. Все, дошли. Обошли вокруг 5 километриков и вернулись к машинке к нашей.